Мы отошли, значит, с замначальника экспедиции, моим другом Игорем Михайловичем Белоусовым, временно ушедшим из жизни, потом на корму уже выпивший, и посмотрели, как за кормой, значит, на волне пляшет луна. Он посмотрел на луну и сказал: «Саня, а чего, может, она действительно где-нибудь здесь, неподалеку?» Самое удивительное, это был 70-й год, что судно дрейфовало в районе горы Амперы. Есть же чудеса на свете. Вот. И вот тогда была написана такая песня, и ничего более точного, когда меня спрашивают про Атлантиду, несмотря на многолетние работы моего этого направления, к этой песне я добавить не могу. Атлантических волн паутина и страницы прочитанных книг. Над водою лежит Атлантида, голубого огня материк, а над ней проходы и ветер, стаи проплывают над ней. Разве сказки нужны только детям? Сказки взрослым гораздо нужнее. Не найти и за тысячу лет нам, объясняют ученые мне, ту страну, что пропала бесследно в океанской ночной глубине. Мы напрасно прожектором светим в этом царстве подводных теней. Разве сказки нужны только детям? Сказки взрослым гораздо нужнее. Век 20-й войной упалимый, смерть прикинется темным дождем. Кто нам скажет, откуда пришли мы? Кто нам скажет, куда мы уйдем? Кто сегодня нам сможет ответить, сколько жить нам столетий и дней? Разве сказки нужны только детям? Сказки взрослым гораздо нужнее. И хотя я скажу себе тихо, не бывало ее никогда, если спросят, была Атлантида, я отвечу уверенно «да». Пусть поверят историям этим, Атлантида ведь дело не в ней. Разве сказки нужны только детям? Сказки взрослым гораздо нужней. Пусть поверят историям этим, Атлантида ведь дело не в ней. Разве сказки нужны только детям? Сказки взрослым гораздо нужней.